Здарова, народ, с вами Варчик. В этом видео хочу с вами поговорить про такие очень важные проблемы, которые сейчас происходят в игре. Я думаю, вы заметили, что сейчас на примданках играть крайне невероятно тяжело, и желания фармить серебро уже практически нету вообще. Все благодаря этому замечательному новому балансировщику, который кидает тебя всегда в жесткие бои. И уже обычные танки какие-нибудь старые, там СТА-2, Муцы и тому подобные танки, там старые какие-нибудь, Т-34 или еще что-нибудь там. Да и многие новые танки, Т-26, Е-5. В целом вообще играть невозможно почти на всех прям танках. Они всегда играют с девятками, десятками и с кучей восьмерок. Расслабона нету никакого, ты в каждом бою напряжен, пушки все жесткие, все везде пробивается. И старые танки никуда ничего не успевают. Сделать на них ничего не можешь, играть вообще неприятно, серебро не фармится вообще, еле-еле там какие-то 60-70 тысяч за бой получаешь, серебра нет вообще. Единственное, что ты делаешь на этих прем-танках, только мучаешься, плюс еще у меня лично горит просто нереально, не могу играть на этих восьмерках вообще. Единственный вариант для меня пофармить серебро, это продать прем-танки за серебро. Все, я на них не могу играть вообще никак. Очень большое количество прем-танков не находится в ветке исследования. Таким образом, если их продать, то их можно восстановить, причем бессрочно. Я продал там уже целую тонну прем-танков и хоть каким-то образом получил серебро. Фармить не могу на них вообще. Вы можете сказать, зажрался там или еще что-то. Но я не могу на них играть вообще, результата нет никакого. Серебро там фармится эти вонючие по 60 тысяч, еще и с резервами. Что это за серебро какое, что это за фарм? Там какой-то один бой везучий бывает из 10, где ты нафармишь там 100 с хвостиком. Это не фарм, это просто унижение какое-то, причем за твои же деньги. И еще это дерьмо продается в прем-магазине за бабки дальше. Оно просто неиграбельное. Два прем-танка в игре, на которых я могу сейчас фармить серебро. Это Прожетто 46 и Пантера М10. Все. Я больше не могу находиться в рандоме на премиумных танках вообще ни на каких. Еще есть пару прем-танков 6 уровня, но 6 уровень мне не особо нравится. На Прожетто 46, да, я очень быстро еду, у меня все там стабилизировано, точность хорошая, пробитие достаточно. Силуэт небольшой, это танк не сарайный, УВН, и там все удобно, все классно, плюс барабан еще и сам заряжается. Этот танк в миллиард раз лучше, чем любая предыдущая этому танку СТ-шка премиумная. Лучше Пантера 8.8, лучше СТА-2, Муца, Хуюца, любого прем СТ, эта СТ-шка лучше. Даже Лора 40 тонн смотрится на фоне Прожетто просто хорошей. Я не понимаю, как так, это специально сделано или чё? Я вообще не могу ни на одном танке просто пофармить серебро. У меня, сука, 90 прем-танков, мне от них тошнит. Я не могу, сука, на них фармить серебро. Они ничего не фармят, играть на них невозможно. Никакого ни результата отбить, ни хера. И все это началось после патча 9.18, в котором они выпустили конченый балансировщик, всратую орду с оглушением и еще ряд дебильных изменений. Уже очень давно на прем-танках вообще невозможно играть. Восьмой уровень самый конченый. Ты всегда играешь с девятками и восьмерками, тупо всегда. И фармить серебро невозможно, потому что ты никого не пересветишь, у всех обзор больше. Ты с трудом кого-то там пробиваешь на этих конченых старых прем-танках, никуда не успеваешь, ничего не танкуешь, просто вообще никакой. Мало того, что ты тупо мучаешься в каждом бою, так тебе еще и мало серебра дают, потому что ты нихера не можешь. Плюс еще бои заканчиваются так быстро, что ты на всратом старом прем-танке просто ни на что не способен и никуда не успеваешь. А если ты куда-то спешишь, то ты сразу рассыпаешься на своем куске говна. Такого плохого ощущения от прем-танков я в игре не чувствовал никогда. Я всегда очень много играл на прем-танках. У меня 8 уровень на аккаунте самый большой по количеству боев. Я, в принципе, в основном играю на восьмерках, на прем-танках. И меня сейчас просто невероятно от них тошнит, я не могу на них вообще играть. Раньше я покупал новый прем-танк и отыгрывал его до упора, пока не накатаю 3 отметки. Параллельно, пока катаю 3 отметки, я на нем фармлю кучу серебра. Сейчас я не могу вообще ни на чем играть, просто горит жопа. Настолько конченый балансировщик, это просто жесть. Играть не могу вообще.
То ли дело я сажусь на Прожетто 46. Я не знаю, как это получается, то ли потому, что у него барабан, то ли потому, что он быстрый, плюс стабилизация, плюс точность. Я на нем легко делаю каждый бой по 2500, по 3500 урона. Да, серебра все так же немного, но у меня хотя бы не горит жопа. И я могу находиться в боях и играть. Это такое отвратительное ощущение от игры, когда ты имеешь кучу танков за деньги, и ты вообще не можешь на них играть. Причем недавно, вот буквально год назад, все было нормально. Спасибо огромное разработчикам за невероятную проделанную работу в 2018. Такого говняного ощущения от игры я не ощущал никогда. В комментариях можете написать, как вы фармите сейчас в рандоме, я почитаю. С вами был Варчик, играть красиво, пока. We'll be right back.